Привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы перемыли инкубатор и заложили новые утиные яйца, также яйца цесарок. А также через несколько дней ждем вылупления утиных. Накопилось вчера немножко молока, и я решила сделать творог. Для этого разогрела молоко и добавила в него кефир. Вылила всю эту массу в дуршлаг и буду ждать, пока стечет сыворотка. Это мой аквариум-террариум. Прошла неделя с вылупления расписных. Правда, выжил только один малыш. Два техасика тут живут, потому что им продолбили башку. И, к сожалению, они бы погибли, потому что эти звереныши... Цыплята уже одного перепеленка убили, пока я не видела. Поэтому, если где-то что-то, я сразу отсаживаю и не разбираюсь. Также с моим расписным живут здесь два цыпленка. Но они уже тут, как бы можно сказать, на постоянной основе. Мои пингвинята. Это помесь гамбурга и шабиков. Он очень хорошо с ними сживается, я их хотела отсадить, но он так плакал один, пришлось их вернуть назад. По размеру они даже чуть меньше перепелят, похожего возраста. Начали появляться первые настоящие перышки у перепеленка. Он рядом с ними такой кроха. Но его не обижают. Я очень переживала, что могут обидеть его из-за его маленького размера. Ну где же ты? Опять спрятался. Ой. И тут жизнь кипит. Перепелята и цыплята. Также других перепелят никто больше не обижал. Вот почему-то только тех. По размеру они почти одинаковые, мало чем отличаются. Уже можно определить окрас. Кто серебряный, кто голубой у павловских цыплят. Это я только что почистила им клетку. Они очень радуются, кто купается, кто чем занимается. Подала объявление о продаже павловских. Перепела уже заказаны. Придется их только подрастить до месяца. Крошки такие. Только попа торчит из кормушки. Сегодня шестой день инкубации утиных яиц. Пробую овоскопировать. Некоторых уже очень хорошо видно. Так, есть. Есть. Видно? Паучок. Есть, есть. О, какой-то интересный. Что это? Вроде есть. Кто-то более-менее развит. Тут, я бы сказала, вознамерший какой-то. Пока что не выкидываю, но я думаю, что он... Похоже, неплохой плод этот раз. Так, не очень понятно. Это не кольцо. Убираем.
с цесарками совсем непонятно. Не умею их просвечивать. Может, еще срок за маленький. Ой. Так. Часть яиц, 8 штук, должны вылупиться через несколько дней. Из творога, что у нас получился, мы налепили ленивых вареников. Это я просто к творожной массе добавила одно яйцо и муки. И это мы сварили. Мои дети очень любят со сметаной и сахаром. Такой вот на сегодня у нас будет завтрак.